Мы побывали на смотровых площадках, откуда видно все красоты разных городов Грузии, и понравилось то, что можно делать яркие и красочные фотографии. Много грузинских городов. Когда мы приехали, мы побывали в Тбилиси. Там у нас была обзорная экскурсия по городу. А потом мы поехали дальше и посетили Мцхету и экскурсию по Батуми. Мы смотрели сталактиты и сталагмиты. Нам очень понравилось, так как на улице было немного жарко, а в пещере было прохладно, и нам было там хорошо.
ხალხში სიმართლის სიმართლეში ზღაპრის მიყვარს აზრი გაფრენილი რუბლებში რომ დადის ვენდობი ფიქრებს მე არ ვეძებ სიტყვებს. Set scar was this lens. Go bring the witness. Those soul of blood shows. Здесь очень красиво, просто не описать словами, глаз не оторвать. И не зря называют Грузию маленьким Парижем. Очень красиво. Маленькая Грузия, а для нас она маленькая Грузия для Европы, собрались разные государства, разные люди, говорящие все на русском языке. И мои детки из Латвии, которые плохо говорят на русском, настолько заинтересованы, вернувшись на родину, его изучить. И я думаю, что для нас, для европейцев, именно значимость русского языка и насколько он важен в любом конце мира, и было самым интересным фактором. Я думаю, что каждый участник этого фестиваля из любой страны запомнит Грузию, она останется у него в сердце как очень теплая и дружелюбная страна. И лично у меня в сердце Грузия для себя останется как страна с самым вкусным хачапури, очень теплым, чистым морем и приветливыми людьми. Мы дети прекрасной земли. Мы кто? Мы дети 21 века. Международный фестиваль.